Так вот мы прибыли сегодня, у нас водное крещение. Это вот столько вот собралось народу. Красиво здесь, это Cougar Lake. Здесь уже недалеко St. Helens. Вон, посмотрите, гуси плавают. Какая красота. Так. Очень много друзей. Здесь Сент-Хеленс, это в 80-м году вулкан взорвался. Погибло несколько человек, которые не захотели эвакуироваться. Наверное, 2 или 3 человека погибло. То одна сторона до сегодняшнего дня, как лава шла, там ничего так и не растет. Это уже в 9 часов начнет заслужение. Красота, это наши служители. 8 человек, по 8 человек будут заходить. Вот. А этот тоже свидетели. Гуси. Семьи молодые плавают. Красиво здесь, очень красиво. Благослови, благослови это служение, благослови эти юные души, да будет тебе хвала, да будет тебе слава, да будет имя твое благословенно, и тебе, великому, чудному Богу, хвала вечному, слава во веки веков. Аминь. Брат Петр и сестры, проходите сюда, давайте. Брат Виктор, сестры, старшие братья. Thank you.
Даете ли вы обещание Богу служить доброй совести? Да, я обещаю. Да, обещаю. Мы крестим вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Аминь. Даете ли вы обещание Богу служить доброй совести? Да, обещаю. 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 Мы крестим вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Аминь. Даете ли вы обещание служить Богу в доброй совести? Мы крестим вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Аминь. Даете ли вы обещание служить Богу доброй совести? Do you give a promise to God? Да, обещаю. Мы крестим вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Аминь. Даете ли вы обещание служить Богу в доброй совести? Мы крестим вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Аминь. Аминь.
Даете ли вы обещание служить Богу с доброй совестью? Мы крестим вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Аминь. Да не уйди, мам. Уже идут поздравления народу. Собралось очень много. Парк. В основном все почти наши здесь. Вот. Даник, Ироник. Это наши, ну как, моя жена и родной сестры. Сын Роник, а это наш сын. Это они между собой двоюродные братья. Это Яша. Еще раз. Ты работаешь сейчас? Пенсию дают? Привет. Вот мы прибыли сегодня, у нас водное крещение. Может,